Поводыри слепых чаще других собак-помощников встречаются на наших улицах. Они ведут по известному маршруту, предупреждают о препятствиях, дают возможность работать, учиться, посещать концерты, ходить в гости, в магазин и по делам, не сидеть вынужденным затворником в четырех стенах. Да, пейзаж не опишут, но свободу передвижений дают, это, поверьте, очень-очень много. Людям с ограниченной подвижностью помогают собаки, обученные открывать двери, включать и выключать свет, подавать необходимые предметы и многое другое. Этакая живая мохнатая рука. Программа подготовки собак индивидуальна, зависит от проблем и потребностей инвалида. Обученные собаки, замечая изменения поведения хозяина, предупреждают человека о приближении приступа. Появляются минуты, чтобы лечь или сесть и избежать ушибов при падении. Во время судорог собаки могут ложиться на хозяина, придавливая его своим весом для уменьшения травматизма. А собаки, работающие с детьми, ложатся под падающее тело, смягчая падение. Собаки, помогающие пациентам с диабетом первого типа, подают предметы при снижении мышечной силы человека, замечают предвестники комы по появлению запаха кетонов. Они настойчиво предупреждают хозяина об ухудшении состояния, ведь сознание человека может быть уже спутанным. Если кома развивается во время сна, разбудит спящего, принесут сладкое питье или лекарство, вызовут помощь. Жертва посттравматического синдрома не может заранее знать, где и когда его накроет память о пережитом стрессе. Панические атаки, аутизм, ментальные отклонения – вот поле деятельности для собак психологической поддержки. Они могут быть разных размеров и пород, но их объединяет навык вовремя заметить изменения состояния хозяина, дать понять, что он не один, переключить внимание с переживаний на себя. Слух – второй по значимости орган чувств, дающий до 9% информации об окружающем мире. Обученные собаки обращают внимание глухого хозяина на важные звуки и указывают направление на их источник, от свиста закипевшего чайника, звука входящего сообщения и дверного звонка до пожарной тревоги или сирены спецтранспорта при переходе улицы.